Авиакомпания S7 Airlines начинает посадку пассажиров на рейс номер 1079 в Самару. Выход номер 45. Passengers for... Каждое пассажирское кресло оборудовано ремнем безопасности. Each passenger seat is equipped with a safety belt. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в замок. To fasten your seat belt, insert the metal tongue into the buckle. Потянув за ремень, подтяните его по размеру. Pull the tape to tighten the seat belt. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка вверх. To unfasten your seat belt, lift the metal plug. Ремень безопасности должен быть застегнут и затянут по размеру во время взлета, взлета, снижения, при турбулентности и всегда, когда включено табло, пристегните ремень. Перевести в авиарежим все электронные устройства с функцией передачи данных. Отключить и убрать вручную кладь электронные устройства, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместить их в кармане впереди стоящего кресла. Напоминаем вам, что курение на всех рейсах S7 Airlines запрещено. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации, употребление алкогольных напитков, принесенных на борт самолета, запрещено. Желаем вам приятного полета. Благодарим за внимание. Освещение будет выключено. Кнопка включения индивидуального освещения находится на панели над вами. Ladies and gentlemen, cabin lights will be dimmed for takeoff. The reading light is in the overhead panel.
взлету и просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your seat back and tray table are in the upright position. The armrest is down. Thank you.
и электронные устройства с функцией передачи данных приведены в авиарежим. Убрать... Добро пожаловать в Самару. Температура воздуха плюс 9 градусов. Местное время 2 часа 40 минут. Для вашей безопасности оставайтесь при... Кабину экипажу приготовиться к переводу селектора.